И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, получилась вот такая сцена. Значит, нашел я вот такую простенькую локацию. Да, конечно, тут не проработанные кусты, там еще что-то. Ну, для мультфильма, я думаю, она больше подходит, чем какая-то еще другая. Так, значит, дом Мортона. Мортон, значит, там. Подъехали к нему два персонажа наши. Вот они. Здесь, значит, у него болтовня. Нужно поймать какой-то нужный ракурс. Ну, допустим, камера будет где-то вот так вот смотреть. Все это дело выглядит приблизительно или крупным планом, или вот дальним брать. Или, наверное, возможно, с дома взять ракурс. Вот, из окна. Как раз в окне поймать Мортона. И без разницы, его анимация там губ, там и мимика, да? Ну вот подъехали два персонажа, короче. Так, это вот одна сцена. Потом они уедут вверх, значит, на дальний кордон. Там уже будут, значит, эти солдаты. Потом нужно будет искать сам вот этот, или сделаю вот эту, как в Спирите, мультфильм Спирит. И там вот, в принципе, есть вот этот кордон, где находятся солдаты, застава, да? Так, ну это вот такая штука. Так, сейчас я это дело еще раз сохраню. Так, давайте еще посмотрим, какие есть сцены. И потом, значит, еще одну запакуем. Покажу, как она пакуется. Так, файл open. И находим. Так, дорога к Мортону. Так, вот такая, значит, еще сценка. Дорога к Мортону. Если кто-то может помочь, значит, вот с этой локацией чуть-чуть ее преобразить, буду благодарен, потому что по локациям я не очень. Так, и вот, значит, они здесь уезжают. Здесь опять же будет камера. Нужно будет посмотреть, как это все дело будет происходить. Вот здесь, как бы, наверное, скольжение происходит. Можно будет выбрать персонажей и чуть-чуть, допустим, их так. Чуть-чуть их докорректировать. Семерка на нампаде. И так как у меня, значит, по пути только прямо, без поворотов, то приходится делать вот такую штуку, именно доводить, значит, персонажей. Тут вот как раз получается как бы на взлет. Возможно, еще Мастерсон где-то западет в асфальт или как он там. Ну, в принципе, если даже он будет где-то чуть-чуть на весу, не суть вопроса. Видите, что здесь тоже вот такая штука. Ну, здесь тоже можно их чуть-чуть, значит, G довести. Вроде бы как такового скольжения нет. Ну, в принципе, если будет снимать камера, я думаю, что таких вот больших не будет, значит, отклонений. А ну-ка, здесь Мастерсон, значит, хлоп. Ну, вроде бы на асфальте стоит. Вроде бы на земле, и тот на земле. И с поворотом, прям такие, как на гонках GTA, или как там, мотоциклов, они чуть-чуть заворачивают. Так, это дело тоже сохраняю. Давайте посмотрим еще одну сцену. Файл open, и значит, так, на коня, с коня, дверь у Мортона, вот. Надо как-то их называть именно, но я вот именно так ориентируюсь. Дверь у Мортона, дорога к Мортону, разговор там у Мортона и так далее. Так, получается, здесь вот такая сцена. Лежит Мортон. И, значит, заходит наш персонаж, шериф Мастерсон. Тын-тын-тын-тын. Тут нужно нормальный ракурс. Еще что ему не хватает, давайте посмотрим. Я ему еще в руку не вложил, значит, пистолет. Но это я займусь чуть попозже, да? Так, вот он раз смотрит. Тут опять же нужно как бы камеру, как ее поставить, да? Но желательно, чтобы по сценарию он увидел ноги Мортона. Вот так вот. Раз. И как бы, наверное, с под него или сверху вот камеру поставить.
И Мортон лежит вот так. Возможно, Мортона чуть-чуть дальше оттащить и потом поперекрутить, но это уже второстепенные, значит, дела. Так, это вот получается, они едут к нему, потом, значит, он заходит, потом они останавливаются, его зовут. И, значит, еще давайте запакуем одну сцену. Эта сцена будет называться, значит, Мортон там что-то нашел, да? А, подождите, тут еще одна сцена есть, только я не знаю, как ее, значит, сделать. Так, шериф на этом, на веранде. Так, 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 зовет, зовет. Сейчас он ушел куда-то, don't save. И, значит, шериф на веранде. Где он тут? Вот он, шериф на веранде. По-моему, она. Так, и вот тут вопрос, то ли оставить вот эту анимацию, что он смотрит на него, да, вот так, мол, да-да-да, ай-яй-яй, бандиты, там туда-сюда, что-то там будет болтать, возможно, кулаком ударяет в дверь, вот так вот. Не знаю, как это дело лучше сделать, то ли его поставить на веранду сюда, и чтобы он смотрел потом, значит, ну, в сторону, значит, дороги, да, допустим. Потому что потом сцена будет, где в черно-белом, в белых тонах будет восстанавливаться, значит, происшедшее здесь в доме. Вот так вот. Тоже нужно насчет этого подумать. Так, теперь что еще хотелось бы? Давайте запакуем, значит, какую-нибудь сцену. Это значит файл open. Найдем какой-нибудь дорога к Мортону. Так, сцена зовет Мортона. Вот давайте с нее возьмем что-нибудь. И сюда закинем еще две анимации. Так, здесь получается дом линкованный. Вот в этой сцене все линкованное. Поэтому можно с этой сцены брать что-то, допустим, ликвидировать, удалять, delete. Сразу, когда удаляем, переименовываем файл save as, это будет, так, значит, шериф, сцена, как видит следы, да? И гильзы. Ну, чтобы потом можно было докинуть гильзы. Сохраняем. И значит здесь вот pivot. Сейчас Shift. Правая кнопка мыши pivot ставим на центр. Так, screencast key, если вдруг кому-то понадобится. Так, и значит линкуем сюда первую сцену. Это будет шериф. И значит, где он тут ищет что-то, да? Так, где эта сцена? Вот ее найти еще. Для коня, для... Вот она. Вот, ищет следы, линкуем. Находим коллекцию, коллекцию. И, значит, сейчас она бамс и должна появиться. Потому что, ну, пишу, значит, ролик. И чуть-чуть, видите, уже давно сижу, не перезагружал ноутбук. Немножко тут у меня бывают такие вот завязы. Так, вот он, значит, персонаж. Держит коня. Так, надо теперь посмотреть, где он стоял. Здесь вроде бы он по размеру попадает. И давайте его немножко... Я не буду снимать, значит, делать сценку, где они опять слазят, ну, затягивать, да, события. Будет как бы кусками, как комикс сниматься. И в эту же сцену давайте другого персонажа закинем. Файл link. Линкуем сюда героя Запада, где он, значит, так, где он стоит с конем. Так,
Так, а где он? По-моему, вот этот. Видите, тут уже начинаю путаться, а в принципе мультфильм еще и не начинался. Надо еще во все сцены зайти, камеры поудалять, значит, и свет, чтобы они потом не влияли на освещение, значит, в сцене. Ну вот тут уже чуть-чуть у меня начинается затягиваться это дело. Так, нет, не этот. Значит, файл, значит, линк. Находим опять, где это все находится. И, наверное, нужно... Ох, видите, вот сколько уже сцен. Значит, так, уезжает по пути. На конюшне стреляет. Так. Я уже не пишу, какая сцена. Я просто запутался. 14-я, 15-я. Надо будет писать. Стоит просто с коня, с ремнем на коне, с ремнем на осле, на коня по пути у Мортона, да? На конюшне падает. С ремнем. Так, а как я его называл? Стреляет, сцена третья. На коня по пути, не дай божа, это удалил я эту сцену, это будет трагедия. Так, падает в сено. У Мортона верхом, хлопает коня. С запада осел, конюшня. Так, сейчас погляжу. Так, герой Запада, значит, вид крупные, значит, значки. И здесь я нифига не посмотрю, да? Да, вот здесь уже печально. А, так, обычные, огромные. Нет, тут просмотра нет. Печально. Так, сцена, город Запад. Ну, давайте смотреть, каким образом. Вот это я сейчас сохраню. Видит следы и гильзы. Файл. Это значит будет сейф. Значит, сцена уже есть. И значит, если линкованная, то пишется, наверное, сцена. Потом, если одиночный, то уже понятно, да, называю как получится. Так, open. Вот так, находим героя Запада и надо искать. Я забыл, как он выглядит даже. Герой Запада. Дын-дын-дын-дын. Тут что-то на английском. Ну давайте. А, не, это не тот. Итак, удалил я, значит, предыдущий файл и пришлось его переделывать. Ну, давайте его теперь закинем. Файл, значит, линкуем. И находим героя Запада. И это уже будет у нас, значит, как он называется? Вот. Держит коня у Мортона, да? А ну-ка, линк. И вот все боюсь, чтобы какой-то файл, ну, не переименовать, да? И получается, что вот попал. Пришлось все это дело, как говорится, переделывать. Так, что у нас тут такое? Так, значит, Мортон смотрит. Персонаж, стоит сзади. Понимает, что он что-то этакое нашел. И получается, что, значит, а ну-ка, что у нас с Мортоном еще? Так вот, чуть-чуть повыше копыта, чтобы были видны. И вот персонаж тоже в землю, как говорится, врос, да? Так, что тут еще, значит, с Мустангом? Так. У Мустанга копыта, ну пусть будет хотя бы так в земле, они у него дюжит большие. Так, и получается все это дело сохраняем, чтобы опять не накосячить. Сцена видит следы. Все, файл, сейф.
Так, и вот так сцена, значит, компонуется. И тут теперь другой вопрос, как это все дело, значит, снимать, да? Чтобы это было интересно. То ли вот с этого ракурса, то ли с того. Там еще скачал, значит, следы, ну, след. И вот хочу, значит, кое-как его сюда попробовать всобачить. Несколько следов здесь как бы натоптано будет. И вот как это все сделать, искал информацию, ну, есть, значит, рисованием, там еще скульптом можно повдавить, допустим. Но здесь вот другая сетка. Так, это сцена линкованная, и, значит, на этой сетке, по-моему, нифига не получится, видите. Единственное, что уплотнить какой-то, значит, район, и в этом районе просто сделать такие полукруги, как, ну, как копыта, чуть-чуть их там нарисовать, да? Ну вот попробую этот вариант. Ну а пока, значит, сцена укомплектована вот таким вот образом. Значит, что? Предводитель понимает, что что-то этакое тут происходит, опускается. Этот понимает, что дело тоже пахнет чесноком. И, значит, достает ствол. Так, а ну-ка, как он его достает? Тут косяков нету. То может переделывать придется. Ну, вроде бы держит. Возможно, пистолет побольше сделать. Так, пальцы вроде бы он сжал. А ну-ка. Ну да, пальцы вроде сжаты. Ну, будут, конечно, косяки, потому что, значит, длина пальцев одна, ствол другой. Если подгонять по длину пальцев ствол, то ствол становится больше, чем нужно. Если, допустим, пальцы уменьшать потом, ну, получается переделка, да? Вот, значит, у Мастерсона, видите, у него одна рука, кисть очень большая, для него пистолет нужно побольше. У этого кисть маленькая, ну, пистолет желательно побольше, чтобы его было видно. Ну, а так, в принципе, ничего. Нормально со стороны смоется. И тут, значит, еще в чем вопрос. Больше, значит, акцента на что делать, да? Вот, допустим, вот на эту часть, где он будет искать, там что-то смотреть. Опять же, видите, нужно ему руку подправить. Тут вот эта фуфайка его тянет. Когда потеплеет, чтобы эту фуфайку снять, значит, так, нужно еще Мастерсона подправить. Ну, кое-где, да? Так, в Мустангу, видите, что нужно ставить глаза, куда-то делись, хотя были в прошлый раз. Так, ну, у этого, значит, глаза нарисованные, по-моему, или есть, ставлю, нарисованные, по-моему. Так, и вот такая сценка, смотрите. Значит, они приезжают от Теда. Здесь Мастерсон, нужно еще положить тут дрова, какие-то тачки поставить, ну, как бы заполнить сцену, чтобы, ну, съемка была более-менее, да, там, допустим, раз он там что-то лазит, а тут колесо тачки, допустим. Я могу от колеса тачки уже сделать облет, допустим, на эту сторону, вот так вот. Так, ну, вот такие вот заготовки, вот так, и потом в гору они ломанутся. Так, вот я не знаю, если кто-то представляет себе этот вопрос, значит, по сценарию нашли они убиенного, да? И как этого убиенного, они должны его хоронить? Или поедут за помощью, потом приедут уже, ну, трагический запах у него будет, да? И они его будут, значит, хоронить. Не, вот это вот не показывают в основном, ну как, во многих есть там, раз там приехали, там хоп. Ну, вообще, если делать на этот акцент, возможно, потом YouTube или еще что-то не пропустит, значит, тут все дело, да, когда, если оно все-таки закончится. Так, съемку можно делать, видите, из окна. Можно делать с холма, наверное, какого-нибудь, вот, сдалека, допустим, раз там что-то. Ну, тогда не будет видно, что он там ищет. Тогда вот отсюда можно как бы дальними планами. Дальними планами тогда лучше вот с этого ракурса, потому что их видно. Или тогда нужно
вот этого бойца передвигать. Очень много, кстати, возникает вопросов, когда все это дело делается. Очень рекомендую, если кто-то хочет потренироваться, ну, в блендер делать анимации там или еще что-то. Ну вот, персонажи есть, окружение, я вот это все дело выложу. Еще раз, если кто-то посмотрел на перемотки и вдруг вот случайно попал на этот момент, кто-нибудь может помочь вот с этой локацией чуть-чуть ее преобразить? Ну, чтобы она не была, допустим, вот как в мультфильме «Фантастика», да, там все какие-то, допустим, сферы, там какие-то там необычные штуковины, видите? Так бы высокополигональная, я думаю, она шикарно смотрелась. Но я такую, ну вот, какую скачал, такую скачал. Но опять же, надеюсь, автор не будет злиться на то, что иначе не получится, значит, вообще у меня ничего. Потому что по локациям, повторюсь, я не очень. И чтобы вот такую сцену с кустарником создать, ну, у меня уйдет уйма времени, я больше как-то по персонажам и больше, ну, здания могу как-то там слепить, что-то сделать, какие-то загоны, машины. А вот именно с окружением, там, допустим, где трасса для машины, да, там у меня уже возникают этакие трудности. Так, ну вот пока такая информация коротенькая. Заходите в группу, там будет, значит, все персонажи, они уже есть там. Локации, возможно, выложу, если они тоже, ну, если кому-то нужны для скачивания. По-моему, выкладывал даже какие-то. Так, ну все, вот на этом все. Все, всем пока, до свидания.